Аня, фоточка традиционная. Господи, давай. Это Аня. Я боюсь, у нас кадровые перестановочки. Альмина поставили. Аня была в шаге от солидной должности в сфере культуры и образования. Но ее начальника взяли за взятки. А вот новенькую взяли. Да, взяли председателя. Я бы вас уволила, но кадры говорят нельзя. Это Лена. Лена – жена акулы строительного бизнеса. Лена воспитывает его сына Петечку и мечтает о своем ребенке. Наконец, Таня. Слушайте, деньги – это всего лишь деньги. Отец дочери Тани – криптобизнесмен. Вали-ка ты обратно в свою Москву со своими потоками, инструментом и экспертом по нему. У нас, Наташа, серьезные отношения. Отлично. Зачем вам мой ребенок? Родить своего. Ты слышал про культурное наследие? Лучшая школа Петербурга, а той страны. Мы ожидаем до 30 человек на место. Мы отбираем не просто детей, мы отбираем семьи. Если ты нашла идеальную школу, вот ты стала бы сразу всем рассказывать. Мне морду ей хочу набить. Да! 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 Мы поступим! Три подруги. Одно место? Не будем из-за этого ссориться. Борются за одно место. Петербургское. Ша**ва! В лучшей школе Петербурга. Ну, за культуру в нашем городе я спокоен. Какое блин наследие, а? Дешевый пафос. Ты просто не хочешь, чтобы я выявил. Я сказала! Чего я хочу? Это поэтому нам на школьный счет до хрена бабла упала. Добро пожаловать. Первый класс. Но я ни одну из вас больше видеть не хочу в своей жизни. Мне подходит.